По итогам голосования в Сейм Литовской Республики проходят 6 партий. Выявлен и очевидный победитель. Это правящий союз крестьян и зеленых Литвы. Его представители получили почти 21% голосов, что обеспечит этой политической силе не менее 19 депутатских мандатов из имеющихся 141. Все будет хорошо, если на этот раз депутатский корпус омолодится. Нужна новая кровь и обновленный состав законодателей. Люди активно голосуют. Это говорит о том, что они хотят перемен и что прошедшие 4 года их не устроили. На один мандат меньше в общей сложности 18 мест получила консервативная партия «Союз Отечества Христианские демократы Литвы». Ее представители находятся в оппозиции нынешнему премьеру Саулюсу Сквернялису. Общая картина расстановки политических сил может измениться, но, как подчеркивается, не слишком существенно. После второго тура выборов его проведут на тех участках, где ни одному из претендентов не удалось заручиться доверием более чем половины зарегистрированных избирателей. Новый этап голосования состоится в Литве через 2 недели.